Привет всем, меня зовут Усманова Дурдона, я студентка Высшей школы менеджмента СТБКУ. Это номер один бизнес-школа России и Восточной Европы. В Technovation Girls я участвовала в 2021 году в качестве студента. Мне очень понравилось участие в Technovation Girls. Программа помогла мне найти классных друзей. Она меня научила писать бизнес-планы. Я поняла, что я себя вижу в сфере менеджмента в будущем. А в апреле месяце я подавала документы в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет менеджмента. И я поступила на бюджет, а в сентябре уже приехала учиться. В будущем я хочу стать финансовым менеджером. Для этого мне нужны знания и навыки в сфере бизнеса, в сфере IT. Сейчас очень много работаю над собой, над своими проектами. В этом году я участвую как ментор Technovation Girls. После Technovation Girls мы с командой участвовали в проекте Go Develop, и наша идея заняла первое место. Будущим участницам Technovation Girls я желаю успехов и удачи. Я хочу, чтобы они верили в себя и не сравнивали себя с другими, и верили в свой талант и в свою уникальность. Я верю, что именно девушки Узбекистана могут изменять мир к лучшему.